когда других праздников нет, когда других серьезных таких глобальных достижений после победы во Второй мировой войне, можно так сказать, ну, мы еще космос, мы, так сказать, этим козыряем. Когда мало праздников, когда мало событий, когда мало побед, то приходится мириться с тем, что что-то раздувается до невероятных размеров. Мне кажется, вот этот процесс сейчас происходит.